Захар Прилепин Узбекистонны Россияга қўшиб олишни таклиф қилди. Россиялик сиёсатчи, ҳарбий, ёзувчи, публицист ва пропагандачи Захар Прилепин собиқ СССР ҳудудларини Россия Федератсиясига қўшиб олишни ва унинг аҳолисига рус тилини ўрганишни таклиф қилди. У мигрантлар муаммосини шундай ҳал қилишга умид қилмоқда. Амалдор бу ҳақда Москвада бўлиб ўтган қўмондонлар кенгаш фаолият ҳақидаги матбуот анжуманида гапирди. У келажак режалари ҳақида гапирар экан, Путиннинг 5-чи президентликка номзодини қўллаб-қувватлади ва тарафдорларининг саволларига жавоб берди. Улардан бири демографиядаги муаммолар ва мигрантлар билан боғлиқ мужароларга бағишланди. Прилепиннинг таъкидлашича, бу муаммоларни ҳал қилиш учун кўпроқ бола, кўпроқ эркакларни туғиш керак. Қанча кўп рус бўлса, шунча кам муаммо бўлади, деди у. Шунингдек, руслар қанча кўп бўлса, келаётган кўп сонли одамларнинг ўзини тутиш билан боғлиқ муаммолар ҳам шунча кам бўлади, деди. Ёзувчининг қўшимча қилишича, у меҳнат мигрантлари келаётган давлатларни Россияга қўшиб олиш керак. Шунда рус тили Россияда эмас, масалан, Ўзбекистонда ўрганилади. Киевдаги ғалаба парадидан кейин Евросия ҳудудлари масаласида қандайдир фойдали иш қилишга ким қаршилик қилади? Ҳеч ким, деди у. Плодимся и размножаемся, как и завещено, потому что вот эта вот тема, допустим, часто поднимается и качается, в том числе нашими врагами, тема мигрантов, миграции, возможного конфликта. Ну, так ответ-то на самом деле простой. Ну, рожайте детей больше, мужиков рожайте новых, и не будет этой темы. Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я, на самом деле, еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Спасибо. Так вот, я думаю, что наш коллега из Союза отцов, то, что я в свое время помню, когда вот у нас была первая, вторая членская компания, я ужасно устал от Союза солдатских матерей, вот эти вот вредоносные организации, которые боролись на самом деле не за то, чтобы помогать армии и детям, а чтобы вредить армии и детям, это такие были вредоносные либерально-западнические организации. Мы вот создаем противоположные формы гражданской работы, такой как Союз отцов.